не получали игровой практики еще в текущем сезоне, либо получали ее в ротах. Под 22-м номером Симон Менделе очень давно не выходил он на поле. Это Ливерпуль, стартовавший пока что без потерь все матчи. Очень сложно перекрыть чемпионата мира. Последний матч вообще. Слева в обороне под 8. У Челси сегодня такой состав. 13-й Вилли Кабальи. Кейта. Кейта бьет по воротам. И Кехилл сбросил в центр поля после длинной передачи по Челси. Но все равно против сильного именитого соперника. В атаке Челси удар головой. Потеряли здесь. Бьет Вильян. Выше степени. Вроде показал, что он будет пробивать, но не среагировал. Снова Милнер. Передача в штрафную. Там Мане. Мяч оскакивает. Сеск Фабригас, но недостаточно для того, чтобы Арбаци свалил. Это момент штрафной. Косной игрок для этого стиля команды Сары. Не значит, что без него могут, не могут так играть. Получил передачу от Сеска. И сразу же подготовил себе удар, но не точно. Отличных показателей. Вот сейчас Сес. Передача в штрафную. Марата бьет ворота. И за спиной Ловрена нападающий Челси принимает мяч. Залетел в ворота. Было невозможно. Снова Марата. Он штрафной. Бьет по ворота. Теперь и быстро принимает решение в этой ситуации. Бьет сразу в ближний угол. Передача находит Марата. Он снова убегает. За спину защитнику, на этот раз Матти. Кейта, у него есть пространство для того, чтобы бежать. Кейта доходит до штрафной, бьет и велик. Паснее Кабальера выручает Челси. Не встречали Кейта в начале матча. Он также проходил и пробивал. В этот раз было Чири убирает мяч под себя на дальнюю штангу. Мане бьет по воротам и Кабальера за... не успевал за своим соперником. И не вышел удар у Мане. Быстро Милнер перевел игру вперед. Шачири сделал хорошую передачу на дальнюю штангу. A goal against his former club. His ninth in the League Cup in 9 appearances in the competition. Very lovely balance. That's Barkley's header and touched in. Emerson. His first goal for Chelsea brings them level with 12 minutes to play. Firmino, Sturridge, tries himself, and only a spectator. No time to deliberate. Keita. Trying himself at scoring wonderfully, brilliantly. And quite possibly inflicting Liverpool's first defeat of the season. Chelsea have come from behind with 2 goals in 4.5 minutes.